А вы из каких районов? Вы в основном из Южного округа, да? Нет? Из разных? Со всей страны, да? Да. Так. Кто из Центрального округа? Это Москва и вокруг. Федеральный округ, Центральный. Так. Кто из... Татарстан, но это тоже Центральный, не хочу, да? А нет, Поволжский. Поволжский, да. Это Поволжский, конечно. Так. Значит, из Татарстана целая группа, да? Да. А, хорошо, ну так нормально, да? Если так можно выключить, но вам по фото и не слышать. Вот, я сейчас просто не включу. Отлично. Так. Ты не играешь, правда? Кто из северо-западного? Петербург? Нет, Великий Новгород. Петербург, да? А я Нижний Новгород. Нижний Новгород. Ага, тоже по Волжье, кстати. Так, Урал есть. Сибирь. Дальний Восток. Ага. Понятно, у нас география, ну, как бы вот, широкая, но все-таки европейская. Ну хорошо, а теперь по классам. Вы из какого-то одного класса все или нет? Шестой, восьмой. Шестого по восьмой. Да. Отлично. Так, ну вот, и Краснодарск. Так, ну надо называть сегодняшнее наше с вами занятие будет называться цепные дроби. Цепные дроби. Поднимите руку, кто с ними встречался когда-нибудь. А кто видел когда-нибудь цепную дробь? Это многоэтажная дробь. Многоэтажная дробь. Ну вот сегодня мы с вами будем с ними знакомиться поближе, получше. Вот. Ну и давайте мы начнем издалека. Мы начнем издалека, потому что цепные дроби неразрывно связаны с некоторым основным уравнением в арифметике, которое я потом здесь запишу. Но начнем издалека. Вот представим себе окружность, и на ней нанесен правильный треугольник, такой равносторонний треугольник, и еще пятиугольник тоже правильный. Давайте его нанесем другим цветом, например, зеленым, да? Сейчас попробую его изобразить. Так, 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 так и так. Вот такая у меня картиночка, да, из двух правильных многоугольников, а именно треугольника и пятиугольника. Вопрос, можем ли мы на этой картинке где-то увидеть сторону правильного пятнадцатиугольника? Да, нет. Где? Если их сложить. Ну вот они лежат на одной карте, да, вот я ничего не меняю. Я хочу где-нибудь увидеть сторону правильного пятнадцатиугольника. Может быть, там, где внутрь треугольника заходит сторона пятиугольника. Ну, почти. На самом деле вот здесь. Утверждается, что вот это и есть сторона правильно 15-угольника. Давайте прежде всего это проверим, да, что это так. Асимметричный. Конечно, тоже. Тоже является стороной правильного 15-угольника. Более того, одного и того же правильного 15-угольника. Потому что если я еще и центр нанесу сюда, центр, да, окружности, и тогда у меня вот это вот какая доля окружности? На пятое. А это? Вот это 1/15, да? А сколько раз 1/15 укладывается в 1/5? Три. Три, отлично. То есть это на самом деле раз, два и три. И у меня получается, что вот это вот продолжение того же самого 15-угольника. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и, естественно, в одной трети, вот это вот черное, да, черный треугольник, он делит на три части окружность. И, соответственно, в одной трети укладывается, наоборот, пять раз. Это. Поэтому вот здесь остается две еще. Тут будет тоже три. Тут будет три. Тут будет три. Вот, то есть это как бы 15-угольник наш, это такой общий знаменатель, да, по сути, для трех и пятиугольника правильного. Ну и, в общем, это соответствует утверждению,
что если мы возьмем, давайте вот сюда, вот в эту вершину направим такой луч, да? Если мы возьмем два раза по 1/5, да? Это я взял два раза окружности по 1/5. И вычел один раз 1/3, то я получил 1/15. Ну и если это привести к целочисленному, о, тут пластик, что ли, одновременно стирает и пишет. О, здорово. Так. Вот. Если я приведу это к, избавлюсь от любых знаменателей, да, то есть домножу на 15, то у меня получится вполне понятное равенство 2/3 минус 1/5 равно 1. То есть я из 3 и 5 приготовил таким образом единицу, приготовил, как на кухне готовят, да? Ну как бы, да, две трешки сложил, одну пятерку вынул, и вот у меня получилась единица. А единица — это наибольший общий делитель. Все знают, что такое наибольший общий делитель? Да, я понял, что вы хотите. 3, 5, да, я постепенно, да. Можно получить любое число, которое делится на их общий делитель. Да, это тоже верно, но в данном случае как бы самое важное — это что можно получить наибольший общий делитель. Потому что дальше понятно, что мы просто умножаем, да. Что такое наибольший общий делитель? Это число, которое является делителем обоих этих чисел, но при этом самое большое из таких чисел. Но так как у этих двух чисел никаких общих делителей вообще, кроме единицы, нету, то, соответственно, у них наибольший общий делитель тоже равен единице. Так, давайте усложним немножко задачу, потому что в данном случае мы как-то все увидели, все угадали, тут все быстро и просто. Давайте задачу усложним. Давайте сделаем так. Вам, ну вот эту картину как бы вы будете иметь в виду при этом, будете ее вспоминать. Давайте вам кто-то подарил правильный 13 улик. Спасибо. Подарок. На день рождения. Правильно? А есть кто-то сегодня день рождения? Ну ладно. В общем, кто-то подарил правильный 13 угольник. Здесь все надо стереть будет. Еще более мелкие. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В общем, да. 13 угольник. И задача, теперь задача, немножко более творческая. Построить 780-угольник. А поделили на каждую эту штуку на 60? Да, но на 60 мы как-то делить не умеем. Можно воспользоваться соотношением бесов. Циркулем и линейкой можно делить только пополам. Даже на три части не поделили. Но можно подумать немножко, да? Что за вопрос? А подарили нам какой? Подарили 13. 780 разделить на 13. Так, первая хорошая идея, что 780 делится на 13. Знаете, такой нот? Так, 780 делится на 13 и получается 60. 780, какой это наибольший общий делитель у вот этих двух? 780. А, да, один. Это кратное. Да. Один. Один. У них нет общих делителей. Потому что 13 число какое? Простое. У него только делители 1 и 13. Поэтому надо лишь проверить, что 60 на 13 не делится. Ну, очевидно, не делится. Соответственно, у них наибольший общий делитель равен единице. И возникает надежда, что у нас получится все, если я построю 60-угольник. Но 15 мы умеем. 15 мы умеем, да? Вот 15, вот они все, 1/15 идет, да? Вот как из 15 угольника правильного, вот мы уже его построили, мы это умеем. Предыдущая задача самая, да? Пополам же мы умеем. Конечно, мы циркулем и линейкой умеем раз, и делить пополам, раз и два пополам. Поделим? Да. У меня получится теперь 13-угольник и 60-угольник. И аналогичное утверждение состоит в том, что где-то две вершины рядом встретятся вот у этих двух. У 13-угольника и у 60-угольника какие-то две вершины, а вот у этого, соответственно, пара, встретятся как раз на расстоянии вот этого малюсеньком 1/780 окружности, то есть образуют сторону 780-угольника. Это будет, если действительно это будет так. То есть если m раз
взятая 13-я доля минус n раз взятая 60-я даст что? Нет, просто 1/780. Ну, можно, в принципе, написать плюс-минус, потому что не важно, в какую сторону, правда, мы должны их увидеть рядом, в ту сторону или в эту, имеет значение. Нам нужно, по сути, указать, какую по счету, вот если я их центрирую в одной какой-то точке, да, центрирую, допустим, в этой точке, начнется тоже 13 угольник, в той же точке, где 13 угольник, 16. А у меня была центрирована здесь, ну, давайте я перенесу пока раньше, будем центрировать вот откуда-то отсюда. Тут у меня 13 угольник начинается и 15 угольник. И мне нужно указать, сколько раз я должен отложить вот эту вот 13-ю долю, да? И, соответственно, сколько раз эту 60-ю долю, а вот они более такие мелкие будут, чтобы в результате, бах, и у меня получилось вот это маленькое-маленькое расстояние. Избавимся от знаменателя? Да. Что получится? 60 умножить на n, 13 умножить на n, равно? Да просто 1, мы же 780, да, убрали? Мы умножили 780, получилось? Это соотношение бедов. А это нот, это опять вот это вот, значит, пожелание найти такие mn. Но дело в том, что в данном случае вот уже так просто не угадаешь, правда, когда мы 15 угольник строили, мы угадали. Ну, просто взяли и смотрели, где рядом они стоят. Тут так просто не угадаешь. Надо научиться решать такие уравнения. Сейчас будет... Сейчас будет черная магия. Нет, белая. Белая магия. Потому что на белой доске. Если бы был мел, то черная доска. Была бы черная. А так будет белая магия. Итак, поехали. Мне хватит места, даже не надо стирать. Следите внимательно за тем, что я делаю. 60 разделить на 13 равно сколько долей целых? 4. Сколько остается? 8, 13. Но я делаю следующее. Я переворачиваю и пишу здесь 13/8. А дальше я делаю то же самое. То есть опять выделяю, сколько здесь целых? 13/8. Сколько целых? 1 целая. И сколько остается? 5/8. 1 плюс 5/8. Но вместо 5/8 я строю у дроби еще один этаж вниз. Один делить на 8/5. Теперь я, вот смотрите, я здесь завел новую вот такую новую дробь, и здесь все остальное находится в знаменателе. Все остальное находится в знаменателе. Потом здесь в знаменателе я написал целую единицу, прибавил что-то, что я опять сделал так, перевернул, и все, что дальше, тоже будет в знаменателе уже у этой дроби. А это все в знаменателе в исходной. То есть у меня выстраивается многоэтажная вниз дробь, которая и называется цепной дробью. Давайте ее добьем до конца. Тут очень просто будет все дальше. 8/5 это сколько целых? 1. Сколько остается? 3/5. После переворачивания это 5/3. 5/3 это сколько? 1 и 2/3. 2/3 это 3/2. Наоборот. 1/2. Все. Когда здесь возникло целое число, а не дробь, я ставлю точку. И говорю о том, что цепная дробь завершена. Мы получили цепную дробь конечной длины из числа 60/13. Почему получилось конечное? Ну, в данном случае то, что мы строили и получилось. Но надо заметить, что здесь, если я беру любую дробь, то на выходе будет конечная, потому что у меня знаменатель каждый раз уменьшается. У меня фактически предыдущий знаменатель и предыдущий знаменатель порождают новый знаменатель с помощью деления с остатком. Когда я выделяю целую часть, я фактически делю с остатком. И получается, что у меня остатки все меньше и меньше, да, становится. Помните, в 5 классе был алгоритм Эвклида? Это он и есть. Это он и есть.
Дело в том, что Евклид, на самом деле, в своей споре, да, он учил именно так. А впоследствии как-то было решено, что алгоритм Евклида, записанный вот так в строчку, легче детям дается, чем цепная дробь. Вот. И лишь одному мне, наверное, кажется, что это не так, что цепная дробь гораздо проще, если к ней просто привыкнуть. Ну, то есть в ней даже ошибиться сложнее, чем в алгоритме Евклида. Но это на мой взгляд. В принципе, это эквивалентные совершенно вещи, цепная дробь и алгоритм Евклида. Но, значит, я хочу сказать, что из цепной дроби мы сейчас волшебным образом выводим то, что нам надо. Вот смотрите, я беру вот эту вот последнюю маленькую дробь. Последнюю маленькую дробь. И чик ее. И пишу, что это примерно равно уже теперь, правда? До этого было точное равенство, а теперь примерно. Давайте теперь ее обратно всю свернем. Приходится снизу, естественно, да, работать? 1 плюс 1. Нет, 1 плюс 1 это же 2. Это же 1 делить на 1, да? Это 2, значит, это 1,5, 3/2. Значит, вот это 2/3. Вместе с единицей 5/3. То есть 3/5. Запоминаем, здесь стоит 3/5. Ну, конечно, нужно, чтобы аккуратно научиться, ну, немножко дольше все сворачивать, не так, не с такой скоростью, да? Вот. И это окончательно. А мы хотим записать картерок. Да, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь по секрету, что вот дроби вот такого вида, там, например, 3 и 2 седьмых, встречаются только в школе. Начиная с вуза, никогда так не пишут, а пишут 23 седьмых. Ни в одном вузовском учебнике вы не увидите надпись дроби, которая вот так устроена. Всегда просто пишут одно число делить на другое. И вообще не парятся. Ну, то есть это не к тому, чтобы в школе наши держать двойки получили, конечно. Вот, то есть в школе вы пишите как надо, но помните, что в большой, высокой математике дроби будут всегда просто независимо от того, больше числитель или знаменатель или меньше, дробь по определению это отношение двух целых чисел. Одно из которых еще и натуральное, ну, которое видно. Вот. Но зачем это все? А вот зачем. Я утверждаю, что m равно 5, а n равно, соответственно, 23. И все. Вот прям так беру и утверждаю. Проверяем. 60 умножить на 5, минус 23 умножить на 13. Кто быстро считает? Правильно. 300 минус 299. То есть 1. Задача решена. Мы нашли, какие доли надо взять. Нужно взять 5 раз в сторону 13-угольника и 23 раза в сторону 60-угольника. И вот здесь будет как раз сторона 780-угольника. Так, отлично. Но я пока это держу, как такой, ну, это такой секрет, ну. Нужно же доказывать, что так всегда получится, да, делать? Нужно доказывать. А доказательство, оно довольно муторное, оно, значит, использует индукцию, очень много буквок, и, наверное, я вместо этого еще немножко про цепные дроби расскажу, пусть этот факт является, да? Мы, по сути, если его в олимпиадах нигде не будем писать, мы это... Что? По сути, если мы будем его использовать, да. Мы не будем его писать в самом решении, мы где-то посчитаем на черновике, и уже запишем в самом решении готовый МН. Ну да. Так что нам, в принципе, не нужно знать. Ну да, то есть вам на самом деле, я скажу очень сильно интересующимся, откуда берется это утверждение, а вы знаете, что такое индукция? Понятно. Слушайте, ну тогда это прям круто, потому что это очень круто. Если вы знаете, что это индукция, я все-таки не вам. Если у нас будет число кратное 0, то чего?
Да, отличный вопрос. Вот, давайте прежде, чем мы будем говорить о доказательствах. У нас просто это ММ, что ли, может? Сейчас, сейчас покажу просто, что произойдет. Значит, давайте, давайте посмотрим на это. Но давайте я, чтобы... значит, у меня есть два. Значит, первое намек на доказательство, и второе про кратные ноды. Это будут две закладочки, которые я перенесу на будущее. А сейчас я хочу сказать, что когда вы пишете олимпиады разные, очень часто появляются задачи, в которых вот эти вот многоугольники, они спрятаны под другую формулировку. Например, в одном царстве-государстве есть две монеты. Одна 13 рупий, другая 60 рупий. Так царь велел. Другие запретили. Да, в общем, вопрос, как отмерить 1 рупий? Все понимаете, да, что это та же задача? Это все тоже диапазон уравнения, да? Это называется соотношение Безу. Да. Я, кстати, не знал. Я думал, что теорема Безу – это про многочлены. Не, вот это что называется соотношение Безу. Вот это АМ плюс ну, БН равно НОД, да? Да. Ну, по сути, ну это часть соотношения Безу, потому что соотношение Безу утверждает, что как раз можем получить любое число. Любое число, кратное НОД, и при да. И еще там... Маленькое дополнение, то, что мы можем под m и под n подставить, ну, то, что одно число из них отрицательное, а другое положительное. Да, 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 ну да, ну это да. Вот. Слушай, это называется соотношение Безу, да? Ну да, и я по сути это следует. Я всю жизнь прожил, и я не знал, что это называется соотношение Безу. Я называл это основное уравнение арифметики всегда. Ну просто... Здорово, это здорово, я буду это знать. Спасибо, это круто. Соотношение Безу, да? Безу. Безу это да, Безу. Запомнил название, потому что всегда записывается соотношение безумия. А, безумие? Но называется безумие. Да. Значит, давайте здесь отметим. Многоугольники правильные, да? Многоугольники строить с помощью имеющихся там А и Б, да, угольников строить. Вот, соответственно, АБ угольник, если А и Б, это просто. Дальше. Монеты. Монеты, да? Отмерить. Отмерить там единицу. Если есть монеты... А и В, и А и В взаимно просто, да? Дальше, это еще не все. Есть еще целый класс задач, которые называются переливания. Точно, переливания. И за счет этой задачи, даже есть задачи, которые решают абсолютно любые задачи на переливание, и при этом мы, ну, там довольно доказательно легко. Ну, это вот, это, собственно, ну, вот эта задача и есть, да? Ну да, эта задача доказывает, то есть на Олимпиаде, если спрашивают доказать, что можно, все пишут примеры, можно привести эту задачу. И не нужно приводить пример, она просто доказывает, что так точно можно сделать. Ну. То есть переливание то же самое. У вас есть два бака. В одном 13 литров, в другом 8 литров. Вам нужно отмерить 1 литр. Ну, например. Ну или 60, как у нас здесь было, да? Просто 60, понимаете, я хотел сказать 60. Когда представил себе, что я поднимаю 60 литров. Я, например, 60 литров, извините, не подниму. 13 еще ничего. Но 60 уже никак. Поэтому я заменил быстренько на 8. Но все равно наибольшее удивительное равен единице, так что не важно. И еще одна, значит, такого вида кузнечики прыгающие. Кузнечик прыгает по прямой, у него есть прыжки на А и на Б. И нужно понять, сможет ли он взять еду, которая расположена в единице. Опять то же самое, да, все откладывается в ту сторону это, и в обратную сторону это. У всех этих классов задачи есть исключения. Под класс задач, в которых за ограниченное число действий. А, ну да. Нет, здесь чисто все. Без информатики. Вот, вот это все абсолютно лейтмотивные вещи для очень многих олимпиад. Это такой ключевой сюжет. И все это сводится к поиску. Поиск таких m и n, что a умножить на n, то есть a взятое m раз плюс b взятая n раз, а вот правильно в общем случае написать здесь что? 1. А, ну на b. Ну на b, да. Кстати. Вот, значит, вот, собственно говоря, это и есть такая самая главная задача, и из нее вытекает еще такая вещь, как основная теорема арифметики. Через нее легко достать теорему Евклида. А
Опять, лемма Евклида, это что-то, типа, что произведение двух чисел делится на p, да? Да, если а не делится на p, типа просто и b не делится на p, то их произведение тоже не делится. Все имеет какие-то имена, я не знал, что это имеет имена. Соотношение Безу и лемма Евклида, да, называется? Здорово. Вот, значит, у нас вот свелось какая-то задача, да, все? Значит, давайте теперь я возвращаюсь к цветным дробям. Ненадолго, потом мы снова к этой задаче вернемся, а потом опять к цветным дробям уже в новой постановке. Ну, вы, конечно, есть и шестиклассники, и семиклассники. Это в смысле те, кто закончили шестой, седьмой, да? Нет. Так что сейчас в шестом, седьмом и восьмом. Да, это сейчас. Ой, это же не лето уже. Уже сентябрь, да. Когда никто из вас еще не знает корни формально. Но, наверное, фактически уже, в принципе, догадываетесь, да? Но, в общем, немножко в конце мы немножко залезем в будущее, ладно? Вам будет проще потом, вы все равно будете эти корни. Те, кто в 8 классе, прямо в этом году будут проходить. Уже начали, да? Что-то делать? Хорошо. Вот, так вот, давайте возьмем два числа, у которых наибольший общий делитель не равен единице. Например, 33 и 21, да? И проведем с ними операцию разложения в цветную дробь. Посмотрим, что произойдет. Ну, до некоторого момента то же самое. Целая часть какая? Сколько осталось? Ну, пока вот, давайте пока мы как бы не умеем сокращать, да? То есть мы пока пишем какие-то. 12, 21. 1 делить на 21, 12. Опять единица, да? И останется сколько 12? 9, 12. А 9 12 это 12 девятых, но наоборот. 12 девятых это? 1 плюс 9 на 3. 1 плюс 3 девятых, да? А, то есть 1, ну да, плюс 1 деленный на 9 к 3. И вот тут возникло что? Деление нацело. И вот эта штука, которая здесь сидит, которая, на которую разделилась, это и будет нот. Всегда. То, что в последний момент оказалось в знаменателе, в тот момент, когда знаменатель полностью разрешил на себя разделить, нацело, да, числителю, разрешил на себя разделить, в этот момент знаменатель это и есть нот этих двух чисел, и так будет всегда. Ну, я, опять же, для должного, как бы нужно это все доказать, но это можно там проследить сверху вниз, что вот этот нот, он всегда будет на каждом шаге оставаться. В конце концов, как раз будет разделен. Вот. Ну и, соответственно, понятно, что в принципе это то же самое, что написать здесь 3, с самого начала разделить это, с самого начала просто разделить это на наибольшее общее делитель, правда, да? И тогда не нужно делить в конце. Вот. То есть у вас, когда здесь были взаимно простые, будет ровно та же цветная дробь. Ну это и понятно, потому что, извините, это же одинаковая дробь. Вот, как ни крути. Но просто таким образом довольно просто дойти на наибольшее общее делитель, если вы сразу его не знаете. Потому что, ну, сразу вы можете не угадать, а так вот делитесь остатком, да, раскладываете цепную дробь, и в конце баха вам вот он есть, вот он наибольшее общее делитель. Это первое. Теперь про, ну, пару слов все-таки про доказательство, потому что на нем ключевым образом сидит основная теорема арифметики, которую я сегодня напомню, и фактически мы ее просто докажем. Вот. Значит, итак, что на самом деле такое? Вот сейчас я буду говорить уже как с взрослыми. Даже кто из вас в шестом классе, сейчас я скажу вам как взрослым людям, а в седьмой, восьмой это вообще. Значит, как взрослым. Цепной дробью на самом деле называется. О, даже кондиционер испугался и начал слушать лекцию. Даже кондиционер, да? Итак, это любое выражение вот такого вида. Только тут, простите, бесконечное может быть количество этажей. Обязательно единицы. Да. Обязательно. Сейчас я объясню почему. Значит, в чем суть? То есть вот это и есть цепная дробь. Здесь вот это целое число. Знаете, какие значки? Всякие значки. Вот это обозначает все целые числа.
целое 0, 1, минус 1, 2, минус 2, 3, минус 2. А вот эти все натуральные, вот эти вот натуральные. Натуральные, это которые с единицы начинаются. И вверх только. Вот. Ну я, короче, чтобы не загромождать здесь и так слишком много букв, я сотру. Первый может быть целым, остальные должны быть натуральными. Теперь, что за этим стоит? Ответ. За этим стоит любое вещественное число. Вещественное – это которое живет на отрезке, ой, на прямой. Вот у меня есть нолик, вот у меня есть единица. Масштабная единица, да? У меня есть целые числа, которые живут на равных промежутках в разные стороны, да? Вот они живут. Дробные, понятно, тоже я делю на какие-то части, вот скажем, уже какой-то там десятичная дробь. Помните, да, что такое десятичная дробь? Вы же явно проходили, да, когда-то? Десятичная дробь. Взяли там это все. Еще на 10 поделили каждый этот самый. То есть вы на самом деле решаете задачу локализации конкретного числа, то есть нахождение его в наиболее удобной вам форме. Вот у вас на весах, да, на весах лежит какой-то груз. И пружина растягивается вот на столько килограмм. Физика, просто физика, да? Или любая другая, вы высовываетесь за окно зимой и смотрите на градусник. На градуснике температура. Там ртуть куда-то. Ой, опять он. А иначе жарко, да, будет? Ну ладно. Вроде как не так уж и жарко сегодня. Скорее, это московское начало сентября. Но в Москве чуть не замерз. Значит, вот у вас как бы значение какой-то величины. Вещественные числа – это просто, ну, величины, которые можно измерить. Это фактически из физики взято. И я хочу ее записать удобным мне образом. Мне удобно записывать… если мне повезло, конечно, будет очень удобно написать, что это, скажем, равно 8 треть. Если мне повезло, и это оказалось какой-то дробью такой, вот обычной дробью. Но, во-первых, как бы даже дроби как таковые немножко менее, может быть, в некоторых случаях удобно, чем десятичная запись, ну там, для таблиц, для каких-то приближенных вычислений потом. Ну, в общем, десятичная запись – это альтернативный способ. Ну и во-вторых, вы сейчас знаете, наверное, такой факт, что не все числа являются дробями. Знаете такой факт? Ну, на уровне как бы хотя бы то, что вы слышали, да, что корень из букв, например, не является дробью. Число, которое при умножении на себя дает двойку, не может быть записано в виде дроби. Никакой дроби. И вы мне не поверите, да? Но сегодня мы это докажем. Сегодня мы это докажем с помощью цепных дробей. Тех самых. Цепные дроби, они такие, они универсальные штуки. Очень. Так вот. Ну да, давайте пока я напоминаю, что мы вычисляем десятичные. Да, мы говорим, что это между 2 и 3. Значит, первая будет цифра 2. И дальше будет стоять десятичная точка. Потом я отсчитаю, сколько вот этих десятичных дроблений идет слева от числа нашего. То есть я возьму микроскоп, я посмотрю на этот градусник под микроскоп, посмотрю, сколько десятых долей. Ну и, допустим, это было 6. Но все еще это не очень точно, но для температуры мне явно этого достаточно, да, чтобы знать, одевать ли шапку. Но если речь идет о посадке корабля на Марс, мне нужна точность 10 знака как минимум. Иначе он бабах и там, и все. А если до 7 знака точность будет, то он вообще мимо Марса пролетит. А мне нужно его аккуратно вот так посадить на Марс. Там точность идет 10 знаки. Соответственно, мне нужно дальше и дальше, и дальше. Дальше уточнять, да, то есть я беру, рассматриваю под сильнейшим микроскопом вот этот вот отрезок длины 1/10, дроблю его на сотые, например, выясняю, что здесь 3 сотых. И так я могу, в принципе, действовать до бесконечности. То есть я каждый раз дроблю отрезок, на котором я локализовал это красное число. Я дроблю его все дальше и дальше, каждый раз в 10 раз. И каждый раз моя точность, она в 10 раз возрастает. Ой, куда делась вода? Какая-то магия прям. Она тот, знаете, мед, если есть, то его уже нет. Так Винни-Пух говорил. Я сейчас вспомнил, ведь соотношение безумия как раз доказывается ровно то же самое, что и вы доказали, только через общепринятое лемму Евклида. Ну, наверное.
Я на самом деле хочу через цепную дробь, это вот очень красиво. Цепная дробь, это, по сути, то же самое, только в другой записи. Да, но способ доказательства будет совершенно иной. Ну да. Значит, итак, вот это называется десятичной записью числа. А что мы про нее знаем? Давайте вот некоторую информацию соберем. Например, что означает, что она конечна, то есть вот дальше идут сплошные нули до бесконечности. Вот-вот, все. Как это охарактеризовать по-другому? Ну, давайте я просто подскажу как. Но это просто означает, что в знаменателе у меня сидит 10 в каты, да? То есть это значит, что у исходной дроби, которая обозначала число, во-первых, дробь такая будет, да, существовать. И во-вторых, не просто любая дробь, а дробь, которая в знаменателе будет степень десятки. То есть фактически можно так сказать, конечная дробь десятичная для чисел вида 2 там, в степени k на 5 в степени n. Все, вот такое, как бы, туда и обратно. То есть если такого вида, то ясно, что конечная, потому что на каком-то этапе, там на максимум из k и n, уже десятые дробления пройдут просто по ней как по целому прямо. Выстрелят ровно в упор. Ну и обратно, если у меня число имеет конечную десятичную запись, то очевидно оно равно вот этой части, деленной вот этому числу без точки, делить на соответствующую десятку, там, сотню, тысячу, десять тысяч. Вот, то есть это понятно. Вот эти вот числа конечные, конечные обычные дроби. А что можно сказать про другие числа? Например, 1/3 это что? Как получится 1/3 в десятичной записи? 0 целых? 3 в периоде. Да, 3 в периоде, то есть бесконечное количество троек. По-моему, вот так пишут, да, в скобочке? Вот. Значит, теперь я хочу сделать некоторые утверждения, ну, без доказательства, потому что все-таки ну, в более-менее хороших школах, я думаю, что почти все в хороших школах учитесь, это утверждение доказывается, что любая дробь, любая, какая угодно, там, 15, 13, будет, в конце концов, у нее период. Один что-то, и дальше какой-то там период. 1.03 в периоде, например. То есть до какого-то момента идет что-то без периода, а потом хоп, и пошел период. 2.3.1.5, 2.3.1.5, 2.3.1.5, и так до бесконечности. И обратно тоже верно. Если у вас есть... вы понимаете, откуда это берется? Мы просто делим... Мы делим, да? Каждый раз добавляем нолик, снова делим, добавляем нолик, снова делим. И в конце концов в числителе мы переберем все возможные вообще варианты для того, чтобы делить на знаменатель, а знаменатель один и тот же. То есть как вы делите, там, например, я не хочу стирать вот эту цепную дробь. Давайте вот этот вот лейтмотив сотрем, ладно? Лейтмотивы, все понятно с ними. Это все было только для того, чтобы... навести нас на эти размышления, потому что самое главное, это, конечно, вот это уравнение и соотношение внизу, да, и цепная дробь. Так вот, мы делим, там, не знаю, 300 делим на 171, что у меня происходит? Ну, у меня тут там возникает какая-то единица, потом здесь там 3000 возникает, да, что-то еще. Каждый раз у меня возникает какое-то число, не превосходящее, 3000 не возникает, сколько там будет разница. 129, и дальше 0 попадет, да? Но здесь стоит число, которое имеет вид, там, что это к остатку от деления на 171 приписан 0. Ну, таких чисел конечное просто число, вообще конечное, да? И с какого-то момента тут просто будет повтор. Вот я делил уже когда-то 1290, и сейчас снова делю 1290. Но ясно, что и дальше будет все время повтор, потому что все, у меня как бы одна и та же ситуация. Делю, записываю, вычитаю, делю, записываю и так далее. И если два раза повторилось 1290, то и третий раз повторится ровно через столько же времени. Поэтому возникнет вначале какая-то абракадабра, а потом пошел период. Обратно я прям докажу, если вы не возражаете. Вот это я прям докажу строго. Здесь я объясню примерно, как докажется. Но здесь, вот тут я просто докажу строго. Итак, обратно. Пусть есть число альфа какое-то, которое равно
какому-то целому n, потом точечкой, и какой-то пошел там что-то, и дальше пошел период. Я хочу доказать, что оно рациональное, то есть дробь. Почему? Потому что, давайте вот это вот как бы вычтем, альфа минус вот это m точка, ну впрочем, вот все, что до периода, да, до периода идет. И это будет равно 0 точка, потом какое-то количество нулей, и пошел период. Так? Вот, а теперь я это число, если вот это число будет рациональным, то и альфа тоже будет рациональным, правильно? Потому что здесь стоит дробь, очевидно, конечная. Это самое. Значит, мне нужно только про вот эту бета доказать, что оно рационально. Но если я бета умножу на 10 вот в этой степени, то тоже рациональность не изменится. Была дробь, останется дробь. Значит, осталось только доказать просто чистый период. Что у меня есть чистый период, почему чистый период является рациональным числом? А вот почему. Вычтем из чистого периода ровно один период. Вот у меня вот этот повтор идет, да, периода? А я вычисляю не повтор, понятно. А ровно один. И мы так делаем до бесконечности. Не-н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 е. Да, умножаю это на 10. Ну, в степени вот длина периода, да? И получаю. Скажите, что я получаю здесь. То же самое. Именно число 0.3. Гамма. Ну да, гамма. Вот это число. Нужен пример. Очевидно, нужен пример, тогда все станет ясно. Сейчас будет пример. Итак, я хочу доказать, что рациональным является число 0.179 в периоде. Поехали. Да, умножаем на 1000. Пусть это x. Умножил на 1000, это x на 1000x. 179, точка и дальше периода. Я чуть-чуть по-другому стал доказывать, но не важно. Теперь я из 1000x. Вы что? Не, я хочу 179. Ну, в принципе, можно и x. А, ну давайте x вычтем. Что будет? 179. Да, целое число 179. А здесь сколько иксов? Вот. Равно 179. Теорема доказана. Ну, то есть, я в данном случае просто получил дробь. И во всех случаях будет тоже что-то делить на 9,9,9. То есть, периоды, вот эти отдельно взятые бесконечные периоды, это всегда, они всегда равны дроби, в которой внизу девяток, сколько длина периода, а вверху целое число, которое обозначает период отдельно взятый. То есть также можно взять 0.2718, 2718 и так далее, равно 2718, то есть 2718, делить на 999. Всегда будет так. Они все дроби. Ну, тем же самым методом просто доказывать. Умножим на 10 тысяч на этот раз. Тогда 9 еще сейчас. Ой, конечно, какие молодцы. А я смотрю так, что-то то ли не понимание, то ли я не написал. Хорошо, это значит я не понимаю. Ну теперь все понятно, да? Теперь все правильно и понятно. Вот, то есть они все дроби, а тем самым и любая запись, где период начинается с какого-то момента, тоже дробь, потому что то, что до этого, дробь. И мы прибавляем дробь. Дробь плюс дробь всегда дробь. Вот. Хорошо. Итого, у нас есть для десятичной записи есть такой принцип, что десятичная запись является конечной или повторяющейся, да? Конечной или периодической с какого-то момента. Вот это в том случае происходит, если число, которое мы раскладываем, является дробью. Ну а значит, если вы записали не периодическую десятичную дробь, то это совершенно точно, абсолютно точно число иррациональное.
Ну вот, например, вот это иррациональное число. Я в нем взял после запятой единицу, потом 0, потом единицу, потом 2 нуля, потом единицу, потом 3 нуля. И до упору вот так каждый раз прибавляю нулей больше, чем в предыдущий раз. И то, та точка на прямой, которую она изображает, вот это число изображает, эта точка будет обязательно не дробью. Она не может быть дробью, потому что дробью превращается в деревья. А точка считается за запятую? Ну, надо бесконечности вот это вот. То есть... это запятая, да? Я не знаю. Ну, кто как пишет? Ну, обычно. Я сейчас... Вот А на М плюс Б на Н — это линейная комбинация А и Б. А соотношение без У говорит о том, что линейная комбинация двух чисел, во-первых, дает всегда число, делящееся на их ноль. А во-вторых, можно получить любое число, делящееся на ноль. Да. Но это-то вот, это мы пока... Это пока я, так сказать, пока мы только анонсировали это. Значит, теперь внимание. Цепные дроби. Теорема. Цепная дробь конечна. Тогда и только тогда, когда число, которое она обозначает, является дробью. То есть все гораздо проще. Но единственное, что надо, как это сказать, надо привыкнуть к тому, что бесконечность цепная дробь тоже что-то обозначает. Это такая, это нетривиальная штука, что бесконечность цепная дробь тоже обозначает некоторое число. Давайте я объясню в обратную сторону, как это делать, что происходит в обратную сторону. Если вам уже задано число, как из него получить цепную дробь? Это очень просто. Как цепную дробь превратить в число, это немножко сложнее. Но тоже намекну. А вот как из числа сделать цепную дробь, совершенно очевидно. Вы выделяете целую часть, да? Ну вот как бы до какого-то момента. Может быть, это отрицательно, может быть, слева от нуля, может, справа от нуля. Из-за этого получается, что вот это число может быть отрицательным, нулем или положительным. А вот дальше все. Дальше уже вот это вот, то, что у вас здесь есть, это строго меньше единицы положительное число. Но тогда при его переворачивании у вас получается положительное число строго больше единицы. Это вот это все. Вы из него выделяете целую часть. И получается число, которое опять положительное, опять строго меньше единицы, значит при переворачивании вот это опять будет положительным числом больше единицы. Опять выделяете, да? Опять осталось меньше. Больше, меньше. Ну и вообще говоря, нет никакой гарантии, что этот процесс где-то у вас застопорится и закончится попаданием прямо в целую эту самую. Нет никакой гарантии. Но вот я утверждаю больше. Я утверждаю, что цепная дробь конечна в том и только том случае, когда число рационально. Ну давайте в одну сторону. В одну сторону будет это очень просто. Если число рационально, то есть если оно дробь, то у нас просто уменьшаются знаменатели. На каждом шагу. У нас идет алгоритм Эвклида, и у нас уменьшаются знаменатели. Правда? Ну а значит они же не могут уменьшаться. Вот целое число положительное, вы уменьшаете. Ну сколько раз вы уменьшите, потом в ноль придется, да, в единицу. Ну как уперлись в единицу, что точно делимость будет. Может и раньше тоже будет. То есть здесь никак нельзя бесконечно идти. Обратно это в стиле того, что было сейчас. Обратно это чуть более хитро. Нужно составить уравнение на соответствующее число. То есть нужно... Ну хотите? Вообще вроде бы умные. Давайте попробуем. Попробуем доказать? Да, давайте. Вот такие боевые ребята. А какое точное определение? Боевые. Цепная дробь — это вот такое выражение. Но на самом деле, ну там... Чуть более высокой математике строго доказывается, что любое вообще такое выражение обозначает просто некоторое вещественное число. И обратно. То есть цепная дробь – это способ записи вещественных чисел. Альтернативный способ записи по сравнению с способом десятичной дроби. Такой вот способ записи. И очень удобный, потому что вот эта теорема верна. Теорема о конечности.
там, рациональные числа превращаются в конечную цепную дробь, а иррациональные числа, то есть неодноумные числа, превращаются в бесконечную дробь. Дальше кто-нибудь из вас должен задать вопрос, какие из них периодичные, и может быть я даже на него успею ответить. Какие вот эти периодичные. Но на самом деле, что-то я зря вам сейчас сказал, что это сложно, на самом деле это вообще не сложно. Если у вас цепная дробь конечна, например, вот здесь все заканчивается, да? То вы просто берете и шаг за шагом превращаете обратно в дробь. Я имел в голове про периодические сказать. А это хитро очень. Про периодические это очень хитро. Это теорема Лагранжа, так называемая. Но подождите, значит, про конечные понятно, да? А, то есть нам, по сути, вот если сворачивать, нам нужно доказать только то, что при одном шаге в общем виде, после сворачивания у нас получается рациональное число. Ну, конечно, да. А просто... все шаги у нас одинаковые. Да, все шаги одинаковые. Ну, тут понятно, что рациональное. Uh-huh. Откуда тут рациональность, да? При переворачивании не меняется дробь просто переворачивается. Прибавляется что-то, ну, дробь как-то меняется, да? То есть тут все в районе дроби. Все, что конечные цепные дроби, это то же самое, что рациональные числа. Вот, значит, соответственно, бесконечные цепные дроби относятся к числам иррациональным. Вот, теперь про это равенство немножко. Про это равенство. Дело вот в чем. Дело в том, что по индукции, давайте назовем вот такой вот срез. На каждом этапе у меня вот срез. Вот этот вот срез, это просто будет называться, значит, P0 делить на Q0. Но это и так очевидно, да, 0 делить на единицу просто. Значит, вот это будет P1 делить на Q1. Здесь P и Q – это целые числа. Значит, как это будет записано? Это будет A0, A1 плюс 1 делить на A1. Это в общем виде просто. Дальше вот это вот P2 делить на Q2 – ну и как вам сказать? Ну тоже можно в принципе в общем виде записать. С буковками, если вы владеете буквами, да? А1 на 2 плюс 1 делить на А2. Переворачиваете, значит, А2 делить на 1 на 2 плюс 1. Потом умножаете на А0. Ну как бы вы работа с буквами. Работа с буквами, вы превращаете это в некоторую дробь. В этой дроби сверху будет какое-то вот такое выражение. Чуть старше вы знаете, что оно называется многочлен. Может вы уже знаете, да? Вот. И внизу тоже будет многочлен. Так вот, собственно говоря, теорема, которая доказывается по индукции, говорит о том, что Pn делить на Qn минус Pn плюс 1 делить на Qn плюс 1 равно в знаменателе Qn умножить на Qn плюс 1, а в числителе, что бы вы думали? 1. Плюс-минус 1. Причем чередуя. То 1, то минус 1. То 1, то минус 1. На каждом шаге будет чередование. Но если доказать для одного, то, в принципе, чередование доказать не очень сложно. Не сложно. Там, на самом деле, все сводится к некоторой зубодробительной работе с буквами, и все. Вот честно. То есть, просто, это просто буквы. Обычное уравнение. Обычное уравнение букв, там все сокращается. Да. Все буквы сокращаются, и все доказывается. Получается уравнение. Индукционный шаг из предыдущего выводится просто с помощью... там. Ну, короче, я вам скажу... Здесь используется еще одно индукционное тоже утверждение такое, что Pn плюс 1 равно Pn умножить на An плюс Pn минус 1, а Qn плюс 1 равно тоже An раз Qn плюс Qn минус 1. Вот это вот соотношение называется основные соотношения цепной дроби. Они имеют полную общность, абсолютную. Любая цепная дробь удовлетворяет этим соотношением. То есть следующее вот так получается из предыдущих. И после этого, вот из этого, это вот ГДМ выводится, вот это по индукции. Ну, это тоже по индукции. Но я вам намекнул, то есть я как бы полностью не выписываю, но намекнул, почему это верно. И тем самым, а что это значит? Это значит, что когда я выписал цепную дробь для дроби и убрал последний этаж, я как раз от этого перешел к этому. И получается, что... внизу это у меня знаменатель, а вверху Pn на Qn плюс 1 минус Pn плюс 1 на Qn. И он должен быть равен плюс-минус 1 по доказанному. Поэтому в цепной дроби этот эффект будет всегда. Ну вот это так, это как бы я
сильно на будущее. То есть, ну, когда вы вернетесь снова к циклу Недобьем, там, не знаю, допустим, в 10 классе, да, если вы учитесь в каких-то очень серьезных мат-классах, вы все равно к этим цепным дробям вернетесь, они вас нагонят. И вы уже будете немножко вспоминать, что-то было, а? Где-то в Орленке, каким-то летом, в сентябре, да? Вот, вы это слышали? От Саватеева слышали про цепную дробь. Вот, то есть идея какая, что отрезая этажи и приводя к вот обычной дроби, я всегда имею вот это соотношение между соседними. А тогда и для А и Б произвольных тоже будет то же самое. Ну и в общем случае это будет ноль, потому что мы там в конце делили как раз на ноль. Вот. То есть тем самым, что у нас получается, что мы на самом деле доказали, что это уравнение разрешимо при любых А и Б в целых М и Н. И заодно, конечно, ну понятно, что масштабируя, мы можем уже разрешить для любого кратного нота. А некратный нот нельзя получить по очевидным причинам, потому что выражение слева при целых М и N всегда кратно наибольшему чувствителю. То есть, кстати, сейчас мы доказали как раз соотношение безу. Доказали соотношение безу с помощью цепной дроби. А, кстати... Не с помощью алгоритма Эвклида, как обычно. По-моему, из этого каким-то образом следует то, что мы можем подставить коэффициенты, допустим, M отрицательное, N положительное, и наоборот. Ну это да, это и так понятно, потому что если они одного знака, мы никак не явно не получим. Нет, не гарантируем. Мы можем получить, но не гарантируем, если они одного знака. Нет, если одного знака... Ну именно нот не можем, но... Нот не можем никогда. А кратный, пожалуйста. Ну мы можем... Из этого следует то, что мы можем сами определить, у кого из M и N будет... Ну, кто из них будет положительным, а кто отрицательным. Нет, это я сразу не умею определять. Но да. Мне, в принципе, это обычно не нужно, мне нужно только нот. Так, ну что, теперь у меня есть некоторое время на бонусы. Готовы, да, к бонусу? Да. Бонус номер один. Корень из двух не является рациональным числом. Я через цепную дробь. Цепная дробь для корня из двух – это очень красиво. Так, ну давайте так. Значит, начнем с того, что вы, наверное, знаете вот такое соотношение. Сейчас я выпишу, а вы мне скажете, знаете ли вы его. Да. Знаете, да? Да вы что? Отлично, все знают, да? Так, а если x это корень из двух, то что у меня в результате получается в квадрате, это сколько будет? Два! Точно! Ой, блин! Один в квадрате, это что? Один! Значит, здесь что было? Один! Два минус один. А с другой стороны это что? Корень из двух минус один, так? На корень из двух плюс один. Вот такая вот веселая ситуация. Если вы на калькуляторе вычтите корень из двух, вычтите единицу, получится 0.4142 и что-то такое. И умножите на 2.4142 и что-то такое. То получится единица, да? Ну, кажется, да, что тут сложного. Все очевидно, да? Но из этого уже что-то следует. И вот почему. Выделяем из корня из двух целую часть. Строим цепную дробь. Единица, да? А сколько осталось? Ну, надо прямо вот так и записать. Вот столько осталось, да? Пока ничего умного, да, не написано? Что-то равно 1 плюс что-то минус 1. Сложно с этим спорить. А дальше? Я применяю вот эту формулу. Вот эту. У меня 1 равно вот этому произведению. Значит, корень из 2 минус 1 это на самом деле 1 делить на... Во! Офигенно! Это оказывается 1 делить на корень из 2 плюс 1. Давайте так и запишем, что это 1 плюс 1 делить на корень из 2 плюс 1. Целая часть. Чему равна?
2. А сколько осталось? Много. Корень из 2? Минус 1. Минус 1. А вот теперь же и так до бесконечности. Ура! Рекурсия! Все! Рекурсия, да? Корень из 2 плюс 1 опять равен 1 делить на корень из 2 плюс 1. Из этого я снова выделяю двойку, остается опять корень из 2 минус 1. И опять выделяю двойку, остается, и опять выделяю двойку, остается, и опять выделяю двойку. И это будет бесконечная цепная дробь. То есть корень из 2 раскладывается бесконечной цепной дробь, следовательно, числом рациональным быть не может. Потому что рациональное число, то и конечное. Самое, на мой взгляд, самое простое доказательство. Конечно, многие... Нет! Нормальное я проще. Но нормальное оно... Нормально нужно твердо знать делимость. Вот так вот для того, что... Ну ладно, в общем, вам, вот вам еще одно доказательство. Да, того, что корень из двух иррационален. Так, бонус... Бонус номер 2. Не, ну это то же самое будет. А, про корень из трех это то же самое. Значит, бонус номер 2 это некоторая теорема, которую я вам сообщу. И не докажу. А знаете почему? Потому что в 10 или 11 классе, когда я учился, это была задача с двумя звездочками. Это был целый листочек про это. Задача с двумя звездочками и... Я ее решал, частично сам решил, частично там, списал у руководителя. Это был такой проект самостоятельного изучения. Проект. Итак, вопрос состоит в том, в каком случае цепная дробь является периодической. Вот здесь, видите, периодическая цепная дробь. Двойка. Вот корень из двух, это число пример. А я хочу спросить про критерии. Знаете, чем отличается критерий от просто следствия? Да. Критерий? Это что? То, что нужно, чтобы обязательно выполнял. В ту и в другую сторону. Да, да. Тогда и только тогда. Критерий – это тогда и только тогда. Что-то является верным тогда и только тогда, когда что-то другое является верным. Вот это называется критерий. Так вот, критерий. Критерий периодичности, то есть вот допустим с какого-то момента пошло b1 плюс 1 делить на b2 плюс 1 делить на b3 плюс 1 делить на b1 плюс 1 делить на b2 плюс 1 делить на b3 плюс 1 делить на b1 и так далее. То есть когда цепная дробь пошла по кругу, вот как в этом случае? В этом случае период всего длины единичка и начинается со второго шага. Вот оказывается верно следующее утверждение. Теорема Лагранжа. Теорема Лагранжа. Но их много разных, даже песни есть. Группа ЭДР. Знаете? Вот. Почему нельзя? Вот у людей, у которых много своих теорем, теорема там циферками. Там да! У Эйлера 100 теорем. Что делать? И все теоремы Эйлера. Все они теоремы Эйлера. Теорема Лагранжа тоже предостаточно, на самом деле, теорема. Так вот, теорема Лагранжа. Альфа – периодическая с какого-то момента цепная дробь в том и только в том случае, когда альфа – корень квадратного уравнения с целыми кем? Коэффициентами, блин. Блин. Вот, то есть а умножить на альфа квадрат плюс b умножить на альфа плюс c равно нулю. Вас задрючат вот этими уравнениями вскоре. Такой вкус уже не нет. Минус b плюс минус корень из b квадрат минус 4c делить на 2. Единственное, что я помню. А что тут написано после? Ну, 2, нет, нет, нет. Самый первый строчки. Корень. В ту и в ту, в обе стороны, то есть нет, а. Нет, что это? А, вот это? Да. Цепная дробь. Периодическая цепная дробь в
том и только том случае, в ту и в другую сторону. Когда альфа является корнем вот такого уравнения, то есть, по сути, когда вот то, что я написал, некое целое число умножить на альфа в квадрате, плюс какое-то еще целое число умножить на альфа, плюс еще третье целое число равно нулю. Когда существуют такие три целых числа, которые это повторяют. В одной из сторон это несложно. Только в одну. Только в одну. Да. Это несложно в ту сторону, что если периодичность, то квадратное уравнение можно выписать. Там тоже через x что-то обозначить, x наверх поднять, в общем, там получается уравнение. А вот обратную сторону, это жесть. То есть если альфа корень такого уравнения, то период получается очень непросто, и это мы точно сегодня доказывать не будем. А мы основную теорему арифметики докажем. Через лемма Евклида? Наверное, да. То есть через, да, через простые. А лемма Евклида через соотношение? Конечно. Докажем основную теорему арифметики. Так. Итак. Самое сложное будет доказать то, что... Ну, любое число... Да нет, самое сложное как раз вот это. Нет, самое сложное, по-моему, то, что любое число можно представить. Ну это как сказать? А вот то, чтобы единственным, это довольно... Ну да, ну то, что любое число можно, это опять же связано с тем, что число нельзя уменьшать бесконечное количество раз. Ну да. То есть это все аксиома Архимеда. Ну или просто через крайние числа. Которые нам будут принимать как данность. Итак, теорема. Любое натуральное число, ну, может натуральное, может целое, хоть будет. Так, пусть будет натуральное число n, представляется в виде произведения простых. Это первое, да? Да, и при том, единственным образом, ну, в каком смысле, тут же может быть перестановки, да? Образом, то есть, если... Одним набором простых чисел. Да, если n равно по 1, по 2, так далее, по r, и одновременно равно по 1, по 2, так далее, по n, то r равно n, и это перестановка. Нет, а я без степеней, то есть я записал, без степеней, ну, типа, дважды, трижды, дважды, пять, два, например, да? Вот. И если это же равно вот какому-то еще, то на самом деле L тоже равно 5, в данном случае 5 слагаемых. Ой, 0,4. И это просто там перестановка какая-то. Ну, то есть понятно, что это одно и то же. Просто можно написать одним набором. Просто да, чисто. Одним набором. Единственным набором с кратностями. Да, набором с фиксированными кратностями. Так, ну, собственно, все формулировки, как я понял, знают, поэтому я их стираю. Ну, давайте я вам так оставлю, что вот любое число можно разложить в произведение простых, и в существенном смысле разложение будет единственным. В существенном это значит то, что это перестановка. Понятно, что 5 и 7 и 3 это то же самое, что 3 и 7 и 5. Но никаких других разложений у числа 105 не будет. Ну и также про любое число. Доказательства. Так. Покажем то, что оно есть. Как лемма, значит, Евклида, да? Начнем с леммы Евклида. Да. По-моему, лучше сначала начать с того, что разложить можно. Потому что потом это применяется. Ну я, да, то, что можно разложить, ну смотрите, берите и просто раскладывайте. Скажем, пусть сначала рассмотрим там первые 6 чисел, то, что они раскладываются, а потом скажем. Ну, рассмотрим самое маленькое число, которое не раскладывается. Можно и так, можно по индукции, да, вот. Но ясно, что первые там несколько чисел раскладываются. Берем какое-нибудь число, делим на... Ну, если оно простое, то мы его уже разложили, правда? 179 раскладывается. А именно 179 равно 179. Любое простое, очевидно, раскладывается. Да? Если не простое, значит, на что-то делится. А делите, а там получилось меньшее число, оно уже раскладывается. И все. И все, да. Ну, то есть... Ну а если по-русски, вы берете и раскладываете. То есть берете и попытаетесь разделить на какой-нибудь еще. Если вы смогли разделить, дальше пробуйте разделить. Ну и так постепенно вниз, вниз, вниз вы дойдете до простых. Потому что иначе получится, что
неограниченно много множителей числа, а это будет противоречить аксиоме Архимеда. Двойка все в высших, больших степенях, она бесконечно растет. Но, в общем, так или иначе, я думаю, что это почти очевидно, да? Ну, в любом случае, это жизненный опыт. Вы можете любое число начать расставаться и размножить. А теперь поехали единственное. Значит, лемма Евклида заключается в том, что если P простое, и какие-то числа x и y, ну или пусть A и B, A и B не делятся на P, то что я могу сказать? А на B не делится на P. Да. А B не делится на P. То есть делимость на простое число не приобретается при умножении. В отличие от делимости, например, на 6. 4 не делится на 6, 9 не делится на 6, а 4 на 9 легко. Это еще и на 6 квадрат. Заметим, что A и B простое. Ну, да, A и B, что? Not A и B. Это единичка. Но А и Б, как тебя зовут? Ваня. Ваня. Ваня заметил, что нот АП равенница. Действительно. Почему единица? Потому что А на П не делится, а Б простое. Да, Б простое. Варианты для мало только два. Один или П. Да? Делителей других у П нету, а нужны общие делители. Общие, да? Значит, соответственно, мне нужно проверить только число П. Если не получится, то значит единица. Но А по условию на П не делится. Значит, P не годится в качестве наибольшего общего делителя, вообще в качестве общего делителя не годится. А значит, общие делители заканчиваются единицами. Больше нет. Ну тогда, по доказанному через цепные дроби, существуют такие целые m и n, что am плюс p n равно единице. Согласны? Да. А теперь умножаем на b. Что получается? А, b, m. Плюс p, b, n равно b. Так? Дальше. Предположим, что а. Вот это на p делится? Да. Правда? Да. А это не делится? Да. Ну тогда и это тоже не делится. Потому что если бы делилось, то и b бы делилось. Если бы а, b делилось. Вот представим себе, что а, b делится на p. Тогда b умножить на m тоже делится на p, правильно? Делимость не теряется при умножении. Ну, мы суммируем два числа, которые оба делятся на p. Но при суммировании тоже делимость на p не теряется. Это кратно p, это кратно p. Значит, b кратно p. Но это противоречит условию, потому что b не кратно p. Вот это вот, это очень важный переход. Это очень важный переход. Вот этот переход, над ним мы работали пол лекции, да, пол урока. Все. Теперь мы его умножаем на b. И говорим, что b составлено из числа очевидно делящегося на p, просто сразу, вот оно, кратное p. И вот этого вопросительного. Но вот если бы вопросительное делилось на p, то и b бы делилось на p. Поэтому на самом деле не делится, а значит мы все доказали. Значит, произведение двух простых, чисел, которые не делятся, просто не делится. Ну и осталась совсем фигня. Теперь мы предположим, что какие-то числа существуют, которые по-разному раскладываются, предположим. Ну тогда среди них, наверное, самая маленькая есть, да? Да. Ну потому что там первые несколько явно, ну да, только одним способом. Значит, соответственно, есть какое-то самое маленькое число, которое по-разному раскладывается. То есть это разные наборы. Я утверждаю, что наборы эти не пересекаются. Почему? Почему бы здесь не быть двойки, и здесь тоже не быть двойки? Почему? 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 Почему не отвечать? Двойки мы убираем. Двойки мы убираем. Остаются разные по-прежнему наборы. Мы из разных наборов убрали по двойке. Но они остались разные наборы, естественно. Да? Иначе бы они одинаковые изначально. Но это разные наборы дают произведение одно и то же число меньшее того, которое здесь есть. А мы взяли самое маленькое, которое раскладывается вот так. Еще раз. Значит, все понятно. Самое начало. Давайте, самое начало. У меня есть, предположим, от противного, что какие-то натуральные числа, такие вот гады, да, раскладываются разными способами.
предположим, да? Тогда мы можем среди них найти самое маленькое число, да? Вот у меня есть несколько каких-то непосредственных наблюдаемых натуральных чисел, которые раскладываются по-разному. Ну так возьмем самое маленькое из них. Вот меньше него все раскладываются только одним способом. Потому что мы взяли самое маленькое. Теперь я утверждаю, что тогда эти наборы не пересекаются вообще. Да. Потому что если бы они хоть как-то пересекались, вот, например, тогда здесь, наборы здесь меньше есть. То я делю на двое, получаю число, которое разными способами раскладывается, но вдвое меньше сколько. Да. Это вот не может быть, да? Потому что мы взяли самое маленькое. Значит, и не было никаких, вообще никаких здесь общих простых. Теперь смотрите, какой прием, последний, самый последний, и я вас отпущу. Это самый последний прием. Клянусь вам. Да? Четкость. Ну, да, не важно, да, конечно, там, нет. Ну, четкость, да, если здесь мой пьес, здесь нет, то, конечно, да, у нас сразу четкость. Но тут, может быть, и тут нечетно, и тут нечетно. Значит, смотрите. Рассмотрим вот это число. Оно простое, да? Но оно не равно вот этому, правильно? И ни одному не равно. А если вот эти числа не равны ему, они могут на него делиться или нет? Нет, они же простые. Простое на простое никогда не делится. Ну тогда и произведение не делится. Более. А здесь написано, что делится. Вот и все. Вот и вся теорема арифметики основная, да? Я вас снабдил основной теоремой арифметики для вашего движения вперед.